Родители школьников Твери сдали ЕГЭ по русскому языку. Такая возможность представилась им благодаря всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». В Тверском регионе акция прошла уже в 7-й раз. Тему продолжит Наталья Чекет. На пробном ЕГЭ все как на настоящем экзамене. Родители сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки и только затем приступают к выполнению заданий. Взрослые проверили свои знания по одному из обязательных предметов – русскому языку. Задания в бланке соответствовали реальному ЕГЭ. Участников рассадили по всем правилам проведения экзамена по одному на закрепленных за ними местах. Однако отличие экзамена для родителей от ЕГЭ все-таки есть. Взрослые решали меньше заданий и не за 3-4 часа, а всего за полчаса. ЕГЭ для родителей проводится для того, чтобы познакомить родителей с процедурой проведения экзамена. Для того, чтобы те родители, которые не владеют информацией о том, как это может проходить, познакомились с ней воочию, поняли, что это не так страшно, как говорят, попробовали свои силы в написании экзамена по русскому языку, ну и успокоили своих детей. Родители смогли не только проверить знания, но и почувствовать атмосферу экзамена, чтобы не просто понять своих детей, но и подбодрить и оказать ребенку необходимую поддержку. Для того, чтобы своих же детей поддерживать, да, то есть каким-то образом подготовить их к достаточно серьезному шагу, ну, в силу того, что это новая ступенька, это выпуск со школы, это возможность куда-то поступить. И, ну, то есть ребенка надо подготовить. Для этого надо самому понимать, что это из себя представляет. Побыла в роли ребенка-выпускника. Волнительно, конечно. Понимаю теперь, к чему они готовятся, потому что процесс подготовки идет. Посмотрела, ну, в принципе, все реально. Просто надо немножко приложить силы. Работы взрослых проверят, а результаты они получат на электронную почту. По традиции, после экзамена организаторы провели для родителей встречу, на которой мамы и папы смогли задать вопросы и поделиться своими впечатлениями от пробного ЕГЭ.